Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь и поставьте лайк этому рецепту. И это будет очень вкусная яичница с помидорами. Сейчас как раз очень много помидоров, наверняка вы не знаете, куда их деть. Вот теперь будете готовить завтрак. Нам понадобятся яйца, помидорка. Чем больше и мягче она будет, тем лучше. Зелень для украшения, соль и можно добавить еще молотый сухой чеснок. Сейчас нам с вами нужно порезать помидорку на небольшие кусочки. Здесь есть нюанс, снимать кожуру с помидоры или нет. Смотрите, помидорки бывают с плотной кожицей, обычно такие маленькие, сливовидные. Их, конечно, кожуру лучше снять. Кожицу, кожуру, называйте, как вам больше нравится. На моей помидорке кожа очень тонкая и мягкая, поэтому я ее сразу буду нарезать. И также мелко мы нарежем свежий укроп. Помидорки и зелень нарезали, теперь разбиваем в миску яйца. Обратите внимание, что белок от желтка мы не отделяем. Добавляем к яйцам соль и взбалтываем их с помощью вилки. Миксером здесь пользоваться смысла никакого нет. Берите просто вилку или, на крайний случай, венчик. И сразу же добавляем сухой чеснок, если используем. Переходим на плиту. Берем сковородку, наливаем в нее немножко оливкового масла и хорошенько разогреваем. Масло у нас шипит, и мы отправляем в сковородку наши помидорки и обжариваем их, ну, примерно 2-3 минуты. Смотрите, помидорка у нас стала практически однородной консистенции, и теперь можем добавлять в сковородку яйца. Выливаем и сразу же начинаем помешивать. Некоторые почему-то добавляют в эту яичницу майонез. Я, честно, не понимаю, зачем он здесь нужен, потому что просто помидорка, вкусная, сочная, просто яйца. Ну, можно добавить сливки или молоко, если хотите, консистенцию понежнее, но уж точно никак не майонез. Ну что, наша яичница готова. Теперь мы прикладываем ее в тарелочку и посыпаем свежей зеленью. И сразу же кушаем. Ну что, давайте попробуем нашу красоту. Пахнет просто потрясающе. Очень вкусно. Мне кажется, это сытный, полезный, быстрый, красивый завтрак, который понравится всей семье, и взрослым, и детям. Обязательно приготовьте, напишите в комментариях, как вам рецепт, а я пойду кушать. Пока!